Сотрудники Следственного комитета по Карачаево-Черкесии подарили необходимое медицинское оборудование отделению реанимации паллиативной терапии Республиканской детской больницы. Также исследователи познакомились с работой по оказанию помощи детям. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь оказывают необходимую медицинскую помощь детям с инфекционной патологией. Ранее сотрудники Следственного комитета по Карачаево-Черкесии подарили отделению Республиканской детской больницы большой телевизор. Теперь малыши могут смотреть любимые мультфильмы во время проведения необходимых процедур. А сегодня сотрудники Следственного привезли хирургический отсос, который позволяет удалять слизь и мокроту у юных пациентов. Сегодня нам подарили хирургический отсос. Это аппарат для удаления жидкости. Но в первую очередь для нас это удаление слизи, мокроты из верхних, нижних дыхательных путей. Мокроты забивают, скажем так, дыхательные пути, не позволяя ребенку дышать полноценно. А с помощью отсоса ребенок получает возможность дышать, по большому счету, да, и избежать ряда осложнений, в том числе и попадания на ИВЛ и прочее. Также сотрудники Следственного комитета республики осмотрели палаты и то, как проводятся процедуры пациентам. Они поблагодарили медиков за непростую и ответственную работу, профессионализм в оказании медицинской помощи детям. Действительно, Следственный комитет с большим трепетом относится к паллиативному отделению Республиканской детской больницы. В прошлом году мы подарили, приобрели и подарили телевизор для маленьких пациентов, потому что, когда они смотрят телевизор, они не отвлекаются на манипуляции, которые с ними проводят доктора. Естественно, детки не плачут, спокойно на все реагируют. Вот сейчас мы привезли хирургический отсос, который им очень необходим. Он периодически они выходят из строя, и, естественно, у них появляется необходимость приобретения новых. Дети – самые сложные пациенты, и нам отрадно помогать нашим медикам в оказании необходимой помощи, отмечают сотрудники Следственного комитета. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.